Всем привет, с вами канал Rocket Games, и сегодня мы сыграем в игру в Робоксе под названием Паркур. Что ж, давайте начнем, пожалуй, с обучения. Сейчас найдем. Будем проходить обычный туториал. Так, пропускаем это. Что ж, сначала нам нужно допрыгнуть с одного здания на другое. Чем дольше мы бежим, тем больше будет прыжок. Если мы будем бежать очень медленно или пробежим маленькое расстояние, то прыжок будет меньше. Если мы отталкиваемся от препятствия, то прыжок тоже будет гораздо больше. Ну и на Shift мы можем скользить. Также мы можем держаться за уступ. Так, давайте немного уменьшим график. Также, чтобы нам не получать урон от падения, почти в самый конец, когда мы уже допрыгнули до крыши, мы можем нажать Shift. Так, ну первый раз у нас не получилось. Вот так вот. Также мы можем бегать по стенкам. Для этого нам нужно оттолкнуться от крыши, нажать один раз пробел, когда мы будем около стены. В этот момент мы будем по ней бежать. И во второй раз нажать пробел, чтобы от него оттолкнуться. Давайте проверим, как это работает. Вот так вот. Но у нас не очень это получилось с первого раза. Так, давайте попробуем еще раз. Так, вот. Также мы можем лазить по трубам. Ну а теперь нам просто нужно забраться на самый верх. Так. Также, когда мы падаем с большой высоты, мы можем упасть на батут, чтобы избежать урона от падения. Также у меня эта кнопка стоит на колесике мыши. Она называется Dash Bar. Когда мы ее нажимаем, мы можем в этот момент прыгнуть очень высоко. Вот так вот. Ну что ж, мы закончили обучение. Поэтому давайте просто побегаем по этой карте. Давайте телепортимся на спаун. Вот такой спаун. Давайте залезем на экран, допустим. Также в этой игре есть тросы, по которым можно легко скатываться в нужную вам часть карты. Давайте, допустим, зацепимся за вот этот трос. Чтобы это сделать, мы должны нажать кнопку E. Вот таким образом мы можем быстро перемещаться по карте с помощью троса. Ну а теперь мы можем просто побегать по карте после того, как мы прошли начальное обучение. Ну или просто использовать трос. Ну давайте, допустим, попытаемся запрыгнуть вот сюда. С первого раза у нас это не получилось. Давайте попробуем со второго. Возможно, это слишком большая высота. Нет.
Да, это слишком большая, возможно, высота, поэтому нам следует запрыгнуть на другую крышу. Получилось у нас. Что ж, вот у нас наконец-то получилось. В общем, паркур — это довольно-таки интересная игра в Роблоксе для любителей данного жанра. Карта здесь большая, но чтобы у меня не лагало, я поставил дальность колесовки самую маленькую. На место здесь достаточно. Также здесь можно проходить разные гонки на время. Например, как это. Не думаю, что мы сейчас успеем его пройти на нужное нам время. Но я попытаюсь. То что вот мы все же успели за 9 секунд. Также здесь можно открывать другие локации для вашего спавна. Давайте, допустим, телепортнемся на наш обычный спавн. И я попробую вам показать, где находится один из нескольких спавнов в этой игре. Заводим сюда. Хотя, возможно, я поторопился с этим. Давайте спрыгнем на эту крышу. И пройдем сюда. Здесь мы используем трос. Нажмем кнопку C, чтобы наше здоровье восстановилось быстрее. Используем трос, и мы сразу же видим наш второй спаун, куда мы можем забраться. Ну, нам нужно подумать, как туда залезть. И что ж, мы видим сразу же один из способов, как туда нужно добраться. Я не рассчитал немного. Что ж, давайте доберемся до этого спауна. Во! Да, что ж, баги бывают в этой игре. Что ж, вот мы открыли второй спаун. Думаю, на этом мы будем заканчивать наше видео. В этой игре, конечно же, есть много других фишек. Такая фишка, например, как создание групп. Музыка, статистика и снаряжение. Такие как перчатки. Веревки и другое. Которое нам открывается по достижению нового уровня. Вот такая вот игра в Роблоксе под названием Паркур. Что ж, увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока.